Сейчас лето, такое разнообразие самых свежих и полезных овощей. Ну и чтобы их употреблять, нужен, конечно, интересный, вкусный и не менее легкий рецепт. Это видео как раз и об этом. Ставьте сразу лайк, подпишитесь на канал и смотрите рецепт до конца. Это божественно вкусное блюдо называется баклажановый кебаб в томатном соусе. Обязательно готовьте его, вы не пожалеете. Итак, продукты, которые нам понадобятся: мясо, баклажан, картофель, помидор, болгарский перец, лук и чеснок. Все наши ингредиенты режем на кубики где-то 2-3 сантиметра, а затем обжариваем на раскаленном масле до золотистой корочки. Баклажаны выкладываем на противень и обжариваем картофель, также до золотистой корочки. Теперь очередь мяса. Мясо, нарезанное кубиками, также обжариваем на растительном масле до того, как даст сок. Жарим на большом огне, а потом закрываем крышку и тушим минут 10, пока вода не выпарится. Освобождаем нашу сковороду, мясо также выкладываем поверх картофеля и баклажана. И теперь на этом же масле жарим лук золотистого цвета, помидоры и болгарский перец. Минут 7-8. Вот до такого состояния. Затем отправляем свежий чеснок и петрушку. Помешаем. И теперь пришла очередь наших специй. Соль, сушеная мята, черный молотый перец, острый красный перец и паприка. Также смесь перцев. Ну а теперь все наши овощи собираем в одну посуду. На противень перекладываем и мешаем хорошенько, чтобы вкусы, специи, все хорошо помешалось и пропиталось. И последний штрих, это добавляем томатный сок. Вот немного, вот как видите на видео, немного, чтобы просто сока видно было. Отправляем в духовку на 20 минут при температуре 250 градусов. Вот и готов наш баклажановый кебаб по-турецки. Это просто божественное блюдо, которое нужно обязательно готовить, пока есть свежие овощи. Спасибо, что досмотрели до конца. А к этому блюду обязательно надо делать рисовый гарнир. Рецепт на особо вкусный рисовый гарнир с вермишелью есть у меня на канале. Ссылка появится у вас на экране. Переходите и смотрите. С вами был кулинарный канал For Dinner TV. Спасибо, что досмотрели это видео. Ну а если вы еще не подписались, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео. До новых встреч, друзья!